Грузинское вино может вернуться на российские прилавки прямо сегодня. Во всяком случае, никаких препятствий для этого в Роспотребнадзоре больше не видит. Как заявил глава ведомства Геннадий Онищенко, все необходимые документы, разрешающие ввоз вина из Грузии, уже находятся в таможенной службе. Само же разрешение винодела получили еще в начале февраля. Тогда же стала известна и примерная стоимость их продукции. За одну бутылку покупатели отдадут не менее 350 рублей. Продавать вино на российском рынке намерены аж 93 грузинских предприятия. Это более 200 видов напитка. Напомню, грузинское вино и минеральная вода исчезли из продажи в России весной 2006 года, сразу после того, как отношения между странами испортились. И в тот же момент ведомство Геннадия Онищенко обнаружило в грузинских продуктах повышенное содержание пестицидов.